хороший прокат помогает настроиться, ну, во-первых, чувство собственного достоинства, уверенность в себе – это всегда хороший ключ к хорошему прокату. И плюс, если сбросить с себя какой-то груз ответственности и выйти с более легкой душой, то это всегда легче. Но в олимпийский сезон редко такое получается, потому что каждый спорт очень важен. Сейчас я реально чувствую, что я нахожусь в той форме, чтобы не жалеть о том, что я что-то не доделала в конце сезона, когда будет отбор. Но я не проигрываю себе хотя бы. А в олимпийский сезон для меня это самое важное, потому что в предыдущие разы я проигрывала уже себе в самом начале сезона. Просто каталась, как бы, зная, что я, скорее всего, не поеду, потому что я уже и в голове уже эту мысль почему-то она мне зарождалась. В этом сезоне я стараюсь быть более уверенной и идти с той дорогой, которую я выбрала. Ну и посмотрим, к чему это приведет. Устают, уходят, потому что, мне кажется, устают от этого вида спорта. И физически, и морально. Когда где-то есть какие-то, наверное, сдерживания себя постоянно, это очень сложно. А когда ты, например, катаешься и тренер, как Алексей Николаевич меня чувствует, понимает, может мне сказать, где отдохни там, или сегодня такую работу сделаем. Для меня было важно, чтобы меня слушали, к моему мнению прислушивались, и я была частью команды. Не знаю, каждый год нахожу какие-то причины, чтобы остаться. Но в этом году я подумала, поборюсь за медаль, должна всю себя вложить в этот вид спорта. И с удовольствием катаюсь. То есть на тренировках, когда есть такая хорошая цель, такая чистая, яркая, то это дает тебе силу.